Первым у нас будет очень простой и легкий салат. Салат на скорую руку, когда гости уже на пороге. Итак, ингредиенты для его приготовления есть практически в каждом холодильнике. Для этого нам понадобится сыр, кукуруза консервированная, консервированная красная фасоль. В моем случае это фасоль домашнего приготовления. Ссылочку на то, как мы делаем эту фасольку, я оставлю в описании под видео и в подсказочках к этому видео. Сухарики, любые, которые вам больше всего нравятся, с любым вкусом, который вам больше всего нравится. У нас это сухарики со вкусом салями. Корейская морковка и майонез. Салат очень простой и очень быстрый. Ну что, приступим к его приготовлению. Начнем приготовление салата самого сложного. Это натереть сыр на терке. Сразу же тертый сыр мы перекладываем в салатник. Самое легкое. Смешиваем оставшиеся ингредиенты. Больше ничего не надо резать, тереть. Просто смешать все ингредиенты. Корейская морковка, кукуруза. Фасоль вместе с соком. Несмотря на свою простоту, салат будет очень сытный за счет фасоли, за счет кукурузы. Ну и последний ингредиент – это сухарики. Перемешиваем. Вот и все. Салат готов. Салат очень прост в приготовлении. Если вы еще не готовили такой салат, то обязательно приготовьте. У вас на это уйдет приблизительно 5 минут для того, чтобы собрать все ингредиенты, потереть сыр и смешать ингредиенты в салатнике. Ну что, а теперь приступим к приготовлению второго салатика. А теперь второй салатик. Тоже довольно простой. Для его приготовления нам потребуется сыр, куриная грудка, яйца, грецкие орехи, кукурузка и майонез. Итак, все ингредиенты мы измельчили приблизительно одинакового размера, нарезали кубиками, сыр потерли на терке. В общем-то и все. Теперь осталось только смешать и кушать вкусный салатик. Эстафету с этими новогодними салатиками мне передала Леночка с канала «Городская деревня». Также она мне передала эстафету приготовления перловки, но мой рецепт приготовления перловки требует исключительно лета. На эстафету с перловкой у меня будет летом, так как я самая последняя в этой эстафете. Готовлю новогодние салаты, то в принципе дальше я ее передавать никому не буду. Если кто-то из просмотревших меня желает принять участие в эстафете, то пожалуйста. Все, салат готов. Попробуйте и вы его тоже приготовить. Ну и тот салат, который был у нас первым. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч в новом видео и всем пока-пока!